А кто написал эту песню без? Эндрю Ллойд Вебер. Это Вебер? Вебер с Элтоном Джоном на пару. And the spirit of life calling. А это злой. Пошла жара. Девочки, антилопы гну. Они, конечно, крутые. Так что зло победило? Зло победило, да. Девочки, подходите. Вы знаете, очень похвально с точки зрения мюзикла выделить парней. Действительно было как-то по-женски. Но ни в коем случае нельзя было забыть о себе. В целом, вы справились с задачей. Но хочется верить в том, что вот этот макияж, эти костюмы, это не самое яркое, то, что есть у вас внутри. И в вашем соло вы покажете себя намного лучше. Спасибо большое. Ну что, парни? Акуна Матата. Дима, пластично, мягко. Не выпадал из образа и в целом справился с хореографией. Спасибо. Отправляешься готовить соло. Спасибо большое. Олег. Да. Негативный персонаж. Ты знаешь, хоть негативные роли легче играть, чем позитивные, но они должны быть достаточно тоже убедительны. Твое исполнение нас убедило очень мощно. Соло. Спасибо большое. Ой, я перенервничал, наверное, только что больше, чем за все дни. Ну, в общем, я очень рад. Борис. Да. Мы вас прозвали, когда вы стали втроем, три богатыря. Ты знаешь, твоя роль и твой образ, в принципе, подразумевал под собой, чтобы выделиться. А все выступления я смотрел за Олегом. Хореографически все очень мощно. Не уступал. И все эти три дня ты действительно мощно и мужественно себя показывал. А здесь потерялся. В соло ты должен проявить себя максимально. Спасибо, все будет. Удачи.